ушастую круглоголовку легко отличить по большим складкам кожи в углах рта. Изнутри они ярко окрашены и усажены шипиками. При опасности ящерица широко открывает рот, складки распрямляются, и перед врагом оказывается огромная зубастая пасть. Ну а если это не помогает или надо спрятаться, чтобы подкараулить добычу, круглоголовка может мгновенно зарыться в песок.